Меня напугали, сказали, 2 человека погибло недавно, поднимаясь на вулкан Пеша. Я пришел, на самом деле решил, ладно, не поеду я на вулкан, не пойду пешком, поеду на этом фуникулёре. Но я сначала думал идти и оставил машину возле тропы, там, где можно подняться. Ну, так как мне кажется, со спутника. Вот. И потом, ладно, пойду на фуникулёр. Пошел на фуникулёр, потратил, короче, туда, наверное, сходил минут 20 назад, 20. Еще там посидел, поговорил. Короче, час потратил на херню, лучше бы сразу пошел. Какие-то звери бегают. Вот. Хотел на фуникулёре поехать. Придется топтать пеше. Тут пока еще легко, там выше будет сложнее. Из-за того, что будет больше камней и уклон будет все к высоте увеличиваться и увеличиваться. Я еще без перчаток, конечно, потому что местами на своих 4 надо будет идти. То есть здесь щебеночка. Да, решил в начале видео поснимать, потому что я уже вот иду тут третью конечность. Ну, старая, это очень старая штука. Дело в том, что здесь дождей как таковых нет. Здесь, ну, понты там вроде бы 8 сантиметров в год. Что-то такое. У нас там в Украине, ну, короче, где-то 90, бывает больше, сантиметров в год. Вот. То есть звонок жавеет здесь очень-очень медленно. Вот тоже, кстати, с вулкана метал. Я забрал сувенир такой. Толстый еще. Это еще с 90-х может. Мусор. Мусорный музей. Ботинки, конечно, у меня не особо, но там сейчас вот этой щебени будет меньше, этого песка. Уже начинаю падать. Эти ботинки так сделаны фигово, туда попадает щебень. И все. Снимать, чистить надо. Ну да, походу я правильно иду. Потому что, блин, это не животных следы. Еще ботинка нет. Не, это какого-то животного след. Не, а вот непонятно, что-то рылось. Ну, вроде бы и человеческий есть. То есть спуск вот такой. Сюда, сюда, зигзагом вот, подъем. Что это такое? Офигеть, жучок какой-то. Уже геккончики есть всякие. Да, я не высыпаюсь, еще и на гору такую лезу. Да, это животные тут лазят. Роют ножки, ножки. Какие-то. Ну, не знаю. Может, и не подымусь. Все-таки это не главная цель. Колючая эта штука. Ладно, посмотрим. Стопэ.